Всем привет, с вами Сёма, это наш Маленко Плей, и хочу напомнить, что видео сходит по расписанию. По МСК первое видео уходит в час дня, а второе в 3 часа дня, а по чешскому же времени первое видео уходит в 7 часов вечера, а второе в 9 часов вечера. Так что не пропустите. Но сегодня мы с вами продолжаем Half-Life. Короче, не выкладывал ни единую серию еще, пока это уже третья. Короче, еще, закрой рот, пожалуйста, скотина, как ты мне надоел эти три серии, научился менять оружие на 1, 2, 3. Я не знаю, как у меня это вышло, вообще, как я это настроил, но как-то настроил, короче. Собственно, таки, ладно. Продолжаем. Я ничего не понимаю, конечно. Окей. Понял все. Дай кислород набрать мне. Спасибо. Как же она надоела с этим уклонением, да, вот скотина. На людей еще что-то вид. Ой. Это ж. Что это сейчас было? Ой! Бляха-муха! Ты меня напугала, а! Упыря! Вот, сука, где? Что такое? Что за хрень происходит с ней? Так, у меня же есть автомат, твою мать, нахера с пистолета стреляю, потому что, возможно, на автомате патронов нету. Да, их всего лишь 45. 40, да. Попробуем с автомата стрелять. А, летит собака! Смотри! На, сука! На, сука! Да и патроны собрать, гнида. О, энергия костюма, кстати, отлично. Не понял. Опять началось, твою мать. Ага, я понял. А как тут забраться-то мне? О, тихо, патроны. А, я понял. Окей. И чё? Не понял. А как так-то? А куда пролезть-то? Внимание всех наземных сил. Судебное разбирательство отменено. Смертная казнь по усмотрению. Хера, против меня уже и разбирательства всякие отменили. Где вертолет? Асоциальный статус подтвержден. Асоциальный? Охерело совсем? Шпитпар? Что? Внимание у всех наземных сил. Судебное разбирательство отменено. Смертная казнь по усмотрению. Так. Ну-ка, закрой-ка Хайло со своим усмотрением. Ага, внезапно. Так, тут есть эти дебилы. Угу. Летит скотина, пошел нахрен! А меня в шипар херачит! Так, и чё, и куда? О. Аптека, кстати. Так, где-то коробка была. Спокойно. Ах, я коробка-то была. Не понял.
Где эта коробка была? В смысле? А. Чё? А тут больше нет. Это просто секретка какая-то. Ну типа да, скорее всего это просто какая-то секретка. Или чё, погоди, какой-то ещё проход есть куда-то. В воду опять? За хера? А я отсюда потом не вылезу. Ты меня отсюда потом хер вылезу. А, так а всё, я тебе залезть никуда не могу. Ну да, окей, значит надо в воду. Значит, окей, значит поехали в воду. Залезь. Больше, значит, некуда. Ну да, окей, вот сюда надо. А, так а я же здесь был. А, я не был по другую сторону, я понял, все, окей. Сука, 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 прячься! Внимание у жителей, ваш квартал обвиняется в недонаказанности. Стоять, падла! Я Гордон Фриман, как вы можете стрелять Гордона Фримана, уроды? Сюда! Быстрее! Подошел! Сука! Лежать, урод! Откуда? Лежать, падла! Лег! Гнидос. Куда ну нахер? Чё? Аптечка где? Хера я нахаркал? Кто? Да как так-то? Ты как сюда залетел-то, гнида? Сюда иди, бегом. Улетел. Сюда. Падла! Хера я нахаркал уже на тачпад, ядрить твою! А, чё? Не можешь пролезть туда, да, дебилушка? Я тебя открою, на. А ты за откуда? Там, по-моему, кто-то еще залез. Не. Где-то еще летает урод. Ну, конечно, урод. Так, автомат заряжен? Нормально заряжен. Все, поехали. С автоматом похожу. О, нихера патроны к пистолету. Почему у меня к автомату-то? Япона мать. А, вот тут есть эти. Все, к автомату патронов-то брал. Сколько автомат вмещает? Ну, пока не 150 даже нету. Я думал, побольше он будет вмещать он в себя. Так. Как сюда залезть теперь? А куда теперь залезть-то? В смысле? Как мне теперь сюда залезть-то? Алло! А, вот так просто, япона мать. Так. Да где опять он летает-то? Ой, была, не была, короче, по херу. А, в смысле, не по херу? Как так-то? А, вот так. Ядрить твою! А, вон они полетели, твари. Сюда идем. Ой, а вы нихера разлетелись-то.
Кто первый? Ты первый. И нахер. Сраная стиральная машинка, блядь. А вы там когда-нибудь закончитесь? Нет, алло. Там еще летают. Улетел! Улетел! Ты откуда появился? Улетели! Да улетел! Да гнидос, как ты мне надоела! Как же заколебали, а! Дебилы! Да опять летит где-то! Или погоди, мне кажется. Или это пар? Хер его, короче, знает, ладно. Так, есть дырка. Я откуда пришел вообще? Я пришел сверху, внезапно. Это куда лестница? Не понял. А это куда? А это. А, это по трубу. Ага, молодец, по трубу. Так. Ни хрена вообще была сделана, если честно. Зачем? Ага, молодец я. Так. А можно я вообще тогда с этой трубы просто спущусь на вот эти мостики? Нахера я сейчас с них спрыгну? Бляха, я думал, этот дебил летит на меня. Ну вообще, конечно, по идее, надо там в воду, если чё. Походу. Походу, да, нам надо в воду. Вот хер пойми, куда плыть. Там, возможно, есть патроны. Да почему ж ты... Прыгай. А, вот, ты сам прыгаешь, окей. Вот, здесь нужно где-то есть патроны. Это счетчики? Это счетчики. Так, а мы там, кстати, с вами не были, если что. Ну да, пойдемте. Там, там коробки, по-моему, стоят. Нет. Да, мы тут с вами не были. А, ну да, окей, тут так и так по воде придется проходить. Угу, ну поехали, ладно. Это же вода там, да? Да, там внизу вода. Да, вон там по дырке придется проходить, окей. А ты чё? Ты дебил? Мало ли... Аптечка была, спасибо. Так, как вас открыть теперь? Рычаг, может, какой-то тут есть? Ага, есть что-то. А, это аптечка. Так, опросить туда. В смысле? Так, что, тухлый номер? Да куда ты лезешь-то? Гордон Фриман. Ты можешь залезть туда, дебил. Так, алло, подожди-ка, а как нам туда попасть? Возможно, оплыть, но уже вот с этой стороны, потому что, ну, больше вариантов реально нету. Бери автомат. Ты дебила! Так, а как, каким макаром мне? Угу. Хер-то там, внезапно. Так, а мне бы сюда, кстати, попасть не помешало бы. Надо тут воду добавить, наверное, да? Ну, наверное. Но как это сделать? Там еще есть какая-то дырка. Как мне только туда попасть-то? Ну, наверное, с трубы как-то прыгнуть. Но он не прыгает, по-моему. Он не прыгает. А, погоди-ка, тут еще какая-то сетка есть. Ее может, по-моему... Нет, ее сломать нельзя, жалко. Может, где-то какой-то кран есть. Так, я отсюда вывалился, спокойно. Может быть, где-то есть какой-то кран, который мне поможет. Тихо, сиди. Нет, сюда он не прыгает. Вообще не хочет. Не хочет он сюда, ладно. А там что? Не, ну там, по идее, туда мне надо. Там не действительно туда надо мне. Но он не прыгает туда. Так, окей, что делаем? Что делать будем? Так. Может, по трубам пошмалять?
Ну мало ли. Нет. А, пап, нахрена тут столько бочек? Конечно. Только хпшку просадил. Я не так и не понял, что нужно было сделать. Что нужно было взорвать? А, возможно, подожди-ка, как туда тебя скинуть-то? Вообще можно туда это сделать-то, нет? Вот, спокойно. Давай вниз. Смотри, где бочка? Давай сюда ее. Возможно, как-то можно на... А! А если я тебя как-то... Как тебя перевернуть-то, алё, мать? Я веду на тебя встать и допрыгнуть до дырки до этой. Ну, логично, разве нет? Какое-нибудь число раскачается. Ну как бы вообще вряд ли такое вообще может получиться. То, что это дуризм. Как мне попасть? Ё-моё! А как? А хер-то там, я тебе куда-то попаду-то, алё. Ты дебил? Встань. Ну да хер-то там. Как? Кстати, аптечка. Ну, типа вот, я куда-то прыгну. Ага. А, все-таки да, сюда надо, да? Или что? Нет, не сюда. А куда? Не знаю, слушай, даже. Хер поймешь. А! В смысле, ты мне жестко мешаешь, труба. Погоди-ка. Как-то можно, нет? Хрен его знает, конечно. Ну, наверное, как-то можно было бы. А, в смысле, перезаряженный. Я ж не с тебя пострелял, я тебя перезарядил сразу. Я уже не помню, ладно. Так, погодь, а это что? Дебил. Да ты дурозавр или чё, прыгни на... Ой, блин. Ой, блин, ой, блин, на куда ж ты лезешь-то? Гордон Фримен. Да Гордон! Да блин! Ядрить твою. Так, погоди-ка, может как-то все-таки Ctrl... Вообще ложиться можно, нет? Даже если бы я лег, я бы ничего вообще для себя не открыл полезного на самом деле. Я понял, смотри-ка. Я все понял. Какой нахер урод пойдет, ты дебил? Я все понял, смотри, как надо сделать. Я все понял, смотри. А! Ага, хер-то там, я понял. Тут дырка мешает мне пролезть. Что это за сейф вот это вот? Так, а как мне залезть туда? А я ж там был, в смысле? А куда залез-то вообще? Чё? Ни хера не понял я что-то. Ты чё сделал-то? Чего? А, я залез отсюда, ё-моё. Чё, куда идти-то, я не понял. У нас 19-я минута, вот 20-я эти минуты, у нас затупы одни начинаются. Вот, я вот так сюда пришел. Я типа думал, что можно будет как-то сюда пролезть.
Но понял, что хер-то там. А здесь как? Здесь тоже одни трубы. И больше ни хера нету. Там тоже не залезешь. Там везде не это. О, а это откуда здесь? Не понял я. В смысле? Чего? А кто залезть-то вообще? А, ну тут естественно, но для начала надо открыть вот эти как-то. Но как? Может какой-то есть механизм, который нам надо пальнуть? Даже если я спущусь вниз. Бляха-муха. Обнаружен небольшой перелом. О, внезапно обнаружен большой перелом. Все, перелом улечен, залечен. Так, а вот это что за хрень? Спокойно. Что это за хрень? Хрен его знает. Так, погоди-ка, может сюда типа кинуть гранату? У меня, по-моему, была граната, но я ее использовал. А я никак сюда не запрыгнул. Ну, я типа думал, что можно. Не, здесь все закрыто везде. Тут ничего вообще нигде нету. Вообще ничего нигде нету. А, ну все правильно, вот там он вентиль. А, его надо расстрелять, я понял. Пистолет, вперед. Нет? А как так, в смысле? Нет, а как до себя добраться-то? Ну логично, что спрыгнуть сюда, ну как? Это как? Чё? А как сверху-то вам это сделаю? Не, ну логично, что по идее как бы... А, вот от... О, с этого обрывчика я должен буду допрыгнуть до вон... До вот тех трубок. Не до вон тех, а вот до... Чего? Я не понял что-то. Да Гордон Фриман слезть, блёха-муха. Как слезать-то? Так. Спокойно. Не, логично, что как бы я вот должен вот отсюда допрыгнуть. Может как-то с другой стороны? Да не, нихера. Четыре, это все это дело странно очень. Когда я хер до туда подопрыгну. А он прыгает с контрола? А он прыгает с контрола, кстати. Ага, только недалеко, я понял. Слушай, как-то мне надо в эту дырку попасть. Не, ну логично, что мне нужно прокрутить этот чертов вентиль, что-то откроется. Да ядрить твою, а как ты дурак, Гордон Фриман! Почему ты не прыгаешь-то? Ай, блядь. Да ты придурочный или где? Да ёб... Да ну нахер. Мне мешает одна из труб, которая вот расположена... Вот это вот. Мне она мешает очень сильно, чтобы прыгнуть туда. Там дырок нету нигде. А вот отсюда эти хер прыгну. Ну-ка, если вариант тот, типа, как-нибудь отсюда попробовать, потому что, ну, логично будет. Да? Япона-мать. Ну, япона-мать, ну, конечно. Вот зачем она была вообще сделана-то, я понял, окей. А он доверху прям нарастет, да? Нихера себе.
Так, вот и там тоже нарос шум воды, чтобы я... Да, окей. Окей, все. О! Да вы откуда ж взялись-то, дебилы? И, блядь, машинка стиральная свалила оттуда. Дебилы, а. Вот. Вот. О-о-о, как же все это дело... А. Ага, давай-то кислорода мне побольше. Я полез снова. Хера я пловец, конечно, ничего не скажешь. Быстрей! Быстрей, Гордон! Быстрей, Фриман! Все, жопа мне. Не, нормально, живу еще. Живу еще, живу еще. А, ну я понял. Почему ты не прыгнул-то, дебил? Почему это застрял? Ага. Я понял, в чем прикол. Угу. Все. Дебилистика, конечно, это, ну да ладно. Двадцать семь минут мы пытались пройти чертову головоломку с вентилями. Ёб твою мать, а! Как же он меня достал! Кто опять? Ну свали же ты, пожалуйста, мудак! Гордон Фриман, ты дурак, объясни мне, ты не можешь залезть на лестницу. И чертова спрыгнуть, как прыгать-то, япона мать! Опять! Свалила к черту, блять, машинка стиральная. Лежать, говно! А ты умер, что ли? С тобой чё? Ты тупой? От подстава! Чё с ним? Вот откуда залетят? Ты хер поймёшь, откуда залетят они. Опять-таки начались тесты. Начались тесты. Они даже в этой игре есть. Откуда залетит этот дебил? Давай, справа или слева? Что вот с этим чуваком я вообще происходит? Я не знаю. Сука! Блядь, прикройся! Это, блядь, людей в черном, сука! Защитник, один сотрудник убит. Закрытый район. Спасибо. Долбоёб, а. Сколько на него настреливал, блядь? Сколько на него стрелял? Хуй-то там. Как залезть-то, блядь? А, они сверху вообще. Они могут забраться. Блядь. С какой жопы он пролетит? Ага, вот он. Смотри, какой читерский вот этот дебил был. Смотри, он такой, я в баге, я встал, не стреляй. А, ракета там прошел, он мне по роже дал. Вот так и верь людям потом после этого. Да бляха-муха, они опять не долетают, а. Вот, вот эти дебилы стоят. На бочку жри, падла. Так, ну не, их надо убивать, это все равно. Энергия, кстати, неплохо. Кто ломает? А, да эти дебилы рядом.
Почему они не боятся воды, кстати? Меня вот это тоже поражает. Ты что такое? Кто-то зарычал так сильно громко. Хера себе. Меня поражает одно, почему эти твари не боятся воды? Они же роботы, не должны бояться воды. Энергия, спасибо. Так, кирпичик, спокойный кирпичик. Ага, перевесы опять начались. Ну хер-то там. Я вроде обманул тут перевес. О! Угу. Чё? А как теперь? В смысле? А это что вообще такое? Другая локация? Да, смотри-ка, другая локация. А вообще рассчитывал, что сюда зайдут, а нет? По-моему, где-то какой-то хер ходит, если чё. Что это за звуки-то такие страшные? Ай! Меня бьет вода! Опасный уровень радиации. А, радиация! Ё-моё. Кто бы знал-то, бляха-муха? Кто бы знал-то, бляха-муха? Я патроны заберу и уйду отсюда. Как мне отсюда можно уйти-то вообще? И можно ли вообще? А, не, все, нельзя, окей, надо пробегать. Ладно, побежали. Хэткрабы! Эй! Нам сказали, здорово, что ты придешь. Но. Не в самое лучшее время ты пришел. Их зовут. Их зовут Хэткрабы, я вспомнил. Доктор Фриман отправился вниз по реке. Дайте ему воздушный катер и окажите помощь. О! Гордон Фриман вернулся! Понял меня, нет? Тебе нужно спешить. Да, мне нужно спешить. Гордон Фриман вернулся, понял меня? Я вспомнил, как они называются. Называются хэдкрабы. Чё? А, мне проходить надо. Опять радиоактивная херня. Опасный уровень радиации. А, меня гложет им, да? Твою мать, сраная коробка. Так, я возьму... Нас обстреливают! Япона мать! Надо было убить сейчас? Мать твою! Уберись, говно! Я в труп настрелял, твою мать! Перевтолкай быстрей! А, в ней больше 150 патронов влазит, отлично. Это же бахнет сейчас. Ой, заныкался, тварь. Да, бляха, муха! Хэдкрабы полетели, потому что Гордон Фриман вернулся. Ты затих, блядь. Он должен был сдохнуть, а не затихнуть, дебил. А, они снова в песок спрятались. Нет? Я убил его вместе с чуваком. Блядь, чувак, прости, я не специально. Это ракета с хэдкрабами, я понял. Я его убил или он просто куда-то спрятался опять? Где? Падла, идиот. В жопу себе свои клешни засунь! Дебил. Прикинь, что идет такой ко мне. Ха, я тебя убью сейчас. Ага, хер это там тебе. Дебил. Да господи, дебил! Утихни, падла! Эй, кто где опять зашевелился, мать твою. О, какой-то хер проснулся, в смысле? А вы что, заразные, не понял? Их хэдкрабы наплодили. Заходи сюда бегом. Ой, слышь ты, терминатор.
До свидания, нахер. Ты, блин. И вот реально там хэдкрабы нахер плодят. А, это древесина. Блять, я думал, это древесина. Так, ну мне туда надо по-любому, кстати. Блин, автомат. Не, я больше его не выпущу из рук. С какой стороны, с какой стороны, с какой стороны? Улетел! Один! Перетолкай, бегом! У меня патронов нет! Ай, блядь! Меня оглушило! Спокойно! Жизнеобеспечение не включено. Сука! Сука! Пизда! Как? А что такое? Почему? Почему он не может стрелять? Гордон Фриман, ты дурак! Состояние ухудшилось. Дай сохранить. А че работает-то? В смысле, почему не работает мышка-то? Или это у меня опять какие-то проблемы? Не работает! О, наконец-то. Дай сохранить, пожалуйста. Фу. Давайте уже уйдем отсюда побыстрее, а? Это же звездон. Или что, мне надо обратно вернуться? Куда мне идти-то? Пойдем обратно. Делать нехер больше. Шли обратно. Да, а как обратно? У меня если меня убьет, сейчас у меня 55 хп. Да сюда тоже не вариант идти. А, не вариант. Походу сюда и надо было, если что. Уродство, вот уродство, а, вот уродство. Это бомба с крабами, я понял. Походу, наверное. Ну ладно. А, держать надо. Это кто там так заорал? Ты тут как, говно? Слышь, ты червяк, блядь. Хера у тебя дыра тут. Так, ну я открыл, я еще мне туда, что ли? Меня убьет сейчас. Ну ладно, пойдем. А, все, главное по этой хуйне не ходить. Нету медпомощи пока. Нету медпомощи, мать. Нету. Спокойно, я сохранюсь, пожалуй. Давай вот так вот и сделаю, да? А, вот так, вот так. Бегом! Бегом, 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 бегом! В смысле? Ооо, нормас, 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 нормас. Это сохранение 100% новое. Я тебе гарантирую просто. Даю гарант себе на это. Внимание. Беги, Гордон! Водная состояние преграда. Внимание, опасный уровень радиации. Да ладно, блядь! Меня убьет сейчас. А меня убьет сейчас.
Я сдох! Писец! О, писец! А, во, писец! Водная преграда. Давай вот это загружай. Кобздец! Кобздец! Да меня же ухерачит тут сейчас! Все, я уже помираю! Я уже сдох! Опасный уровень радиации. Писец! Давай через каналы пока. Вот это загружай мне. Ой! Меня очень быстро тут убивает, короче. Очень быстро, максимально быстро меня тут убивает. Смотри, может коробку чуть дальше поместить, а мне просто до нее тупо допрыгнуть. Тут, видите, сразу начинает этот долбанный загруз. У меня сразу 3 хп отняло. Внимание. Состояние критическое. Я все равно не успеваю. Я все равно, короче, не успеваю. Собственно, Кила, давайте на этом закончим. А в следующей серии продолжим. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на ВК, на Инстаграм. Ставьте лайк, пишите комментарии, все в Half-Life и других играх. Всем пока!